Расписался, все, сейчас уйдешь. Выпил утром, день свободен. Вот только за руль под шофе сел напрасно. В таком виде он попался инспекторам ГИБДД, которые попросили его продуть в алкотестер. Пришлось признаться, выпил немного пива, думал, обойдется. 679. Показания алкотестера почти полтора раза выше нормы. По словам инспекторов, при приблизительных подсчетах автолюбитель перед поездкой выпил две банки пива. Автомобиль на штрафстоянку водителю в ГИБДД для оформления документов. Поскольку попадается стражам порядка, водитель в пьяном виде впервые, его ждет наказание в виде лишения водительского удостоверения, а еще и солидный штраф на нагрузку. В цифрах езда в нетрезвом виде наказывается следующим образом: лишение водительских прав на полтора года и штраф в 30 тысяч рублей. Инспекторами было выявлено 18 нарушений ПДД, такие как непристегнутый ремень безопасности, управление без документов, без полиса ОСАГО, перевозивший пассажиров непристегнутых ремнями безопасности, разговор по телефону, а также выявлен один водитель, управляющий автомобилем в нетрезвом состоянии, и один водитель, не оплативший своевременно установленный срок штраф, на которого был составлен административный материал по статье 20.25, часть 1. Впрочем, водитель уверяет, впервые слышит про эти штрафы. Он тоже вместе с инспекторами проедет в ГИБДД, чтобы разобраться в том, чьи же эти штрафы и кому их оплачивать. Три машины на меня, это мои штрафы или не мои? Иди, я сейчас ГАИ посмотрю. Елена Марданшина, Альберт Батюня, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».